Показы мы рассказываем вам редко, потому что обычно они происходят задолго до начала сезона. Но иногда шоу дублируется прямо перед самим сезоном, как сделал бренд «Манго», на показ которого я приехал, чтобы рассказать о коллекции размера «Плюс». Компания «Манго» — испанский бренд модной одежды среднего ценового сегмента. Первый магазин открыт в Барселоне в 1984 году. С 1992 марка вышла на мировой рынок. Сегодня объем продаж в европейских странах превышает продажи в Испании. Я расскажу вам о специальной коллекции для девушек размера «Плюс». Впервые была выпущена компанией «Манго», называется она «Виолетта». Очень много белого мы видим в этой коллекции, практически всего два основных цвета – это белый и черный. Что еще интересно, я заметил здесь некую отсылку к спортивной тематике, то, что в стрит-стайле в этом сезоне очень-очень актуально. Моя любимая вещь в этой коллекции – это, конечно же, такое вот платье, безразмерное, прямое, но с возможностью немножко подчеркнуть талию, то, что для девушек размера «Плюс» является большим-большим преимуществом. Однако же я не буду долго рассматривать эту коллекцию на вешалках, потому что намного интереснее посмотреть, как это будет выглядеть на живых людях. Вообще в коллекции много белых простых повседневных рубашек. А на вечер подойдут черные свободные миди-платья и платья с драпировкой. Линия «Виолетта» создана с учетом всех нюансов нестандартной фигуры и выпущена под лозунгом «It suits me and I like it». Это мне нравится и мне это подходит.